Все началось в Крыму в 2014 году. Обычная поездка на водопад Серебряные струи превратилась для меня в настоящий кошмар. Я прибыл на водопад, поскольку я очень люблю путешествовать, посещаю всякие различные места. Так вот, нам рассказали о том, что нежелательно проходить сквозь туфовую шапку, через потайной ход, естественно. Поскольку любой, кто пройдет через этот потайной ход, того начинает преследовать некое мифическое существо. Ну, я, конечно же, не послушался и пролез через этот ход. Зря я, конечно, это все сделал, ибо вскоре видео, точнее, моя видеокамера стала записывать нечто странное. Я думал, что это очень быстро пройдет, но как же я тогда ошибался. Эх. Этот странный звук, он преследовал меня. Не только там, всю дорогу. Оттуда, имею в виду с водопада, через Ай-Петри. До дома. И так продолжалось очень долгое время. Я покинул Крым в надежде на то, что это все закончится, но это было не так. Дома я решил поизучать эту легенду поподробнее в интернете, и я обнаружил, что говорят, что этот водопад сотворил сам черт. И что если пройти сквозь него через потайной ход, то ты навлечешь на себя проклятие. И судя по всему, не я один такой, кто это сделал. Этому надо как-то положить конец. Любой ценой. Любой ценой.